this is to end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night. Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, канал Black Horror и Локи. Здорово, ребят, мы продолжаем играть в Days, и у меня опять оверхитинг, я уже разделся догола, нашел рюкзак побольше, все туда сложил, и сейчас будем искать какую-нибудь канаву с водой, я буду в ней ползать. Подожди, подожди, ты хоть... нам нужно определиться, где есть. Мы находимся. Отлично. А ты водичка. Ты также будешь ходить в мокрой одежде? Водичка. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Буль-буль-буль-буль-буль. Вова, буль-буль-буль. Ты потом в мокрой одежде, что ли, будешь ходить? Да, да, я буду. Где я тебя не вижу? Да. О, да. Ты куда делся-то? А, вот. Да, подумал. Ползаешь под водой? Да. О, да. В очках таких защитных. Классные текстурки. Спецназ! А ты хоть посмотрел, оверхит-то пропал? Нет, пока. Сейчас проверим. And suck a throw. Какой-то статус Денчика у меня появился тут. Так, ну чё, оверхит пропадать будем, нет? Так. Чё-то не хочет ни в какую. Я предлагаю... У тебя есть какое-нибудь оружие на спине? Есть мосинг. У тебя есть на нем патроны? А, нет. Я только сейчас вспомнил, что там валяется двухстволка, у меня есть на нее патроны. Возьми. О, у меня пропал, остался только ход, может еще плавать. Давай поплавай еще, и я сгоняю за этим. За двухстволкой. Если она еще осталась здесь. Интересно, как он может ползать под водой, как бы, и он не умирает? Да... Дейзет никогда не меняется. Кто-то зашел и в комментариях меня спрашивал, что нового появилось в игре. Вот. Это интересный вопрос на самом деле, потому что мы сколько серий снимаем и постоянно говорим, что появляется новое. А так просто зайти и спросить, но мне кажется, есть Google и есть куча групп по Дейзет, где можно узнать, что нового появилось в патчах. Главное и самое интересное, это то, что появился новый рендер и прибавил в кучу FPS. Ну да, кстати. А кто-то до сих пор ноется о том, что, блин, когда они уже игрой-то займутся? У меня сейчас больше 30 FPS идет запись при 30 FPS, и при этом все держится очень хорошо. Кстати, я тут озеро нашел, целое озеро. Дай мне и в луже нормалил. Это, блин... Ход у меня по-прежнему не пропадает, но... Ай, это камень, блин. Камень, такое ощущение, что как будто кто-то ползал. Я... испугался. Ромчик, давай там, чё? Я бегу к тебе в твою сторону. В детском лагере, что ли, остался? Нет, почему? Я бегу в твою сторону. Так, я... Думаю, как здесь спуститься безопасно. Вот так вот. Опять голодный, вот опять. Что не день, так я голодный. Один голодный, второй горячий. Как мне через этот забор... А, вот всё. Сейчас дай поем еще. Ну что, ты нашел, что поесть? Так у меня есть... Я не понимаю, что с этим статусом не так. Я уже как бы, ну, искупался. И мокренький бегаю. И... Надо нам застрелиться, короче. Причем, что у тебя тогда ты поплавал, у тебя все прошло. Ну да. Ладно, погнали. Так, что, ты хоть знаешь, где мы находимся, куда нам нужно идти? Вот вывеска. Сейчас посмотрим. Ну что, я могу застрелить кого-нибудь. У меня есть двухстволка. Мы уже настрелялись, Ромчик. Летний лагерь Арсеньева. Летний табор. О, смотри, а что это здесь? Какой-то мост? Что это? Не знаю. Пойдем туда или нет? Да это ж кругом. Мы же с той стороны шли. Вон лучше, пойдем туда, вон, видишь, какое-то здание. И правда. Еда нужна. Слушай, да фига здание. Что это вообще? Мы не из той деревни сюда пришли. Мы ж были в какой-то деревне и попали в лагерь, помнишь? Это далеко не деревня, тут вон многоэтажки. Так, ну-ка жди меня. А ты чё с револьвером гоняешь? Ну потому что у меня только в нем есть оружие, эти патроны. Может тебе двухстволку дать, нет? Да зачем мне? Ромчик, двухстволка надали, это вообще ни о чем. Слушай, какой-то карьер огромный. Ну вижу, да. У меня есть еще автомат, он у меня на спине висит, двухстволка будет в руках. Угу.
Только когда ты начнешь слезать, ты смотри, у тебя то, что в руках останется на земле. Да, 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 я в курсе. Здесь мы слезем, нет? Вряд ли. Нет, я не хочу рисковать. Да, лучше пойдем в обход. Почти не упал. Пошли в обход, туда нужно идти. Только туда. Угу. Слушай, это новое какое-то. Раньше карьер был просто ямой. В этом, в Черноговске прям... там, да, или в электрозаводске? Не, нет, где-то вот здесь вот вдали, а теперь тут, как видишь, какой-то карьер, и рядом сделали город, типа, для рабочих, что ли. Я вот тут ни разу не был вообще. Всякие спецмашины. Так, вот на той стороне какие-то я вижу ангары. Ты за мной бежишь хотя бы? Да, да. Да, вижу тебя. Бесконечно говорю. Вот еще бы арму 3 настроить так же, как Дейз, и... Так все. Она уже вышла, в отличие от Дейза. И сделали только ее хуже. Она на ранней стадии была намного лучше. Так, в общем это... Бельберда одна. Больше ничего. Да, будем заходить в те здания? Деревня-то не маленькая. Тут так. Знаешь, я, наверное, зомбарей тогда буду стрелять с этого, с двухстволки, ты не против? Да она, знаешь, как громко будет стрелять, ты еще больше сагришь их на себя. Да просто видишь, патроны все равно потратить нужно. Не хочу ничего. Просто так их выкидывать. И... Выкидывай, пригодятся еще. Просто стрелять говоришь, что человеку вообще бесполезно с двухстволкой. Не, ну если на даль, то я думаю, да. Не, ну это логично, но... А как еще мы, кроме как не на даль идем? Ты куда делся? Да я здесь, за забором. Ладно, тут приходим в город. Никаких вывесок нету? Нет, я так до сих пор и не понятия не имею. Какие-то новые эти города, которые... Без вывесок, да. Что... Так, давай ты, наверное... Я вижу огромную школу. Я тоже видел ее. Там шапка какая-то. И что? Стадион огромный. Стадион? Ну да, вон футбольное поле. Блин, да, сходим. Так, ты в доме? Да, или кепка. В маленьком тебе сарае? Нужна кепка? Ну, господи, чё я так... У меня кепку брови у куда-то есть. Пропали. А, ты их сбрил. Да там я что-то стоял, у меня лицо как-то моложе стало. Так, вижу, где я его сейчас убью? Да в поле. Ромчик, ты давай пока не пали, мы всё-таки опять на серваке, где народу много. Ну ладно. А ты как будто на пустой зашёл. Сейчас шмальну! Так... Да просто на нервах. Тем, что голодный постоянно, у тебя ход какой-то. А хочется нормальные условия. У меня тоже ход появился, но замечательно. И... Мне что, раздеться, что ли? Что, где мы вообще живем с тобой, что у нас ход все время, а? Не знаю, ну походу жарко. У меня сейчас дома ход, но... Мне тоже дома в России ход. Реально, я в трусах гоняю, и... Он до сих я, пор... Я, короче, кофту сниму, выкину и буду, короче, в одних штаниках бегать. Просто выкину и здесь оставлю. Потому что меня это уже раздражает, серьезно. Что за ход? Вот не было такого, что прям вот неожиданно так он всегда сильно появлялся. На мне не одето ничего такого теплого. Слушай, а у тебя тоже над пятиэтажкой висит какой-то кирпич? Ну да. Не знаю, меня этот ход, конечно, раздражает, если честно. Я не понимаю, чего он появляется. Или это они что-то добавили и попытались пофиксить его? Мне кажется, статус, потому что они делали какие-то мини-фиксы. И вот этот ход начал появляться буквально пару серий назад. Ну и да. Как он не пропадает, но это бред. Нет, у меня-то он пропал. Гол, и я искупался. Но... У меня-то он пропал, но проблема в том, что он появляется как бы... Ну ты в кофте ходишь, в такой, знаешь, небольшой... Я не знаю, чего ты можешь так... Ой-ой-ой, я ж не обделался. Сейчас убью его. Отойди. Отойди, Вова. Да я не могу. Ёп. Нормально. Да тихо ты. Куда ты столько шмаляешься? Так, я вижу пару зомбарей. Тут есть крутые бегать. Ботинки. О, молодец, Ромчик. Теперь выйди и посмотри. Ты меня напугал, когда сказал. Ты, кстати, как сказал, молодец, они остановились. Как я вышел, они такие, опля, и такие стоят. О, у него 200. Ну, бегай.
Нет, я видел, как они бегут. Я такой выхожу и смотрю, они оп, все мега остановились. Так, в эту дверь я зайти не могу. Да ничего, мы их всех убьем. У меня до хера патронов на эту столку. Целых три. Нет, 13. О, вот еще один. Воу-воу, Майкл Джексон. Че, убьешь его топором? Или помочь? Слышь, ты говно. Назад, я сказал. Все, ладно. Так, мне надо перебинтовать. Ход, Хандри, да что за бред? Что это меня там бесит, этот ход уже, а? Я не знаю, я уже... Хочется сдаться уже. Бегут! Бегут! Реально? Ну, вон там один в поле. Невольно. Это женщина-кот в красном. Ладно, я тут наверх поднимаюсь куда-то. Давай, давай. Я в гаражи пойду. Еще и поднимался вообще. Ну еще так медленно как-то поднимается и спускается. И бежать не может, что за бред. Слушай, рядом никого нет, кроме зомбарей? Да я откуда знаю, пока нет, Ромчик. Но ты так стреляешь, что... Блин, что за подлаги начались? Я к гаражам пошел. Таким большим? Угу. Ну, тусуйся в них. Я пока буду что-нибудь смотреть, что здесь есть. Две баночки. Какой-то мост в ней, какая-то река там. Че? Где мы находимся? Какой-то мост, какая-то река. Ну, серьезно, где мы? У меня этот Ханри, с ним вообще что-то бестолковое произошло. Он постоянно голодный. Буквально немного... А у меня постоянно горячий, Ромчик. Это нормально, это Дейс. Буквально немножко, знаешь, пройдусь, и он такой... I feel hungry. Я ему говорю, я же тебя недавно кормил. Он такой, I feel hungry. Ты как стомогоч. Так. Типа такой, только покормил, он тут же обосрался. А у меня тоже хангри. Да что ты будешь делать, а? При этом еды я не нахожу столько, чтобы спеть. Я не понимаю, как он, сука, жрет. Ладно, пить, ну как жрать-то столько можно, а? Я не понимаю, почему он не срет. Вот в чем дело. Ну это потом выделение все выделяет. Поэтому ты и горячий, знаешь. Ай, я поэтому хочу кого-нибудь застрелить. Ты где вообще? Я тут хожу по городу. Борисовичу где-ка. Ну, короче, выйдешь из гаражей, где мост еще? Да я из гаражей уже вышел. Вот где мост? Ты возле моста? Я от гаражей направо пошел. Ну это я уже понял. Тут еще одни гаражи. Там я вижу стройку. Так, я нашел рубашку. Буду ходить лучше в рубашке. Ты же найду какие-нибудь. Я выкинул кофту свою. Сейчас нашел только что рубашку, буду в ней ходить. В ней хотя бы мне точно не будет ход со временем. Что одежда какая-то нужна, ну буду как-нибудь это. Шорты какие-нибудь искать. Не знаю. Женское платье найди. Самый топ. Так, от гаражей направо. Это, блин, отправо. От кого? От меня или от тебя? Да от гаражей, Ром. Вот ты на гаражи смотришь, идешь направо. А, и там еще гаражи, да? Вот. Так. Найдешь какие-нибудь простые штаны, скажи мне. Ну вон в домах надо порыскать. Давай, я влево, нашел этот зеленый перец. Так, куда ты пошел, налево или направо? Ну, наверх, зеленые домики, видишь, на горе. Ага, вижу. Ты направо домик? Я влево пошел. Ага, я направо. Хотя какой-то правый раздолбанный. Вообще. Кто здесь жил? О, нифига себе, я нашел стройку. Так, захожу в дом. Может, у меня был солнечный удар, я наделал... Вот, кстати, я тоже сейчас подумал, может быть, все дело в том, что мы как-то без кепки. Я вот бандану видел сейчас. Я все постоянно в кепке гоняю. Ну вот я в шапке. Хрен знает. Я, кстати, снял шапку, и у меня стал ход. Может, совпадение, нет? Я рядом. Не, кстати, реально, может, здесь возможен какой-то солнечный удар? Не знаю. Видел, какой я? У тебя есть кепка? Угу. Скинь мне, пожалуйста. Ты же в шапке ходил. Так в шапке теплее будет, чем в кепке. Тебе нужна банка? Да-да-да. Скинь мне, потому что это в кепке не так жарко будет, а шапку я выкину нахер. Хотя не хочется. Так. Все, буду в кепке гонять. Меня убивает
Что в этом городе нет обозначений никаких. Да вот мы попали в какую-то местность, где жарко. Нифига себе! Это он так очень эпично, скажу я тебе, перепрыгнул через машину в стиле Watch Dogs такой, знаешь? Серьезно, я первый раз такой... У меня ход пропал, прикинь. А того, я что он тебя ударил? Я зомби, короче, у меня блидинг и ход пропал. Так, я выкидываю двухстволку. А, и мы сюда вернемся. Пусть она здесь будет, хорошо? Мне два патрона пока что. Беру, короче, топор в руки. Блин, я топор выкинул. Так, чё ты взять его не можешь? Беру топор в руки. Давай, бери его в руки. Где зомби, сволочь ты? Где зомби? Ударьте меня! Я постреляю маленько, чтобы появился зомби. Ты смотри, как бы кто другой. Тебе такое чувство, что руки чешут. Так. Бумага. Ух ты. Что за фигня? Нормально, здесь лежит, короче, шотган. У него, по-моему, такие же патроны, кстати, как на двух полках. Ёп! Сейчас появится зомби. Я чуть не обосрался. А у тебя еще есть патроны, тут просто шотган есть. А он покруче, что ли, моего? Ну, в него он больше зарядов, по-моему. Идет зомби. Давай, лупась по мне, лупась! Ударь еще, я жду! Сколько раз? Я в конфузии? Конфузии? Блядь, что ты слишком бьешь? Потому что ты только что не бил. Вова, помоги! Вова! Вова! В трусах такой идет. Ну-ка сюда! В очках! В бандане, в трусах. Молоти, молоти его, толпой! У меня блидинг сейчас, но при этом ход у меня также есть. Сейчас перевяжусь. У меня тоже так было. Вон еще один на дороге, давай. Сейчас я перевяжусь. Ну-ка, дай-ка я проверю, как. Ну-ка сюда. Ох, нихрена тебе. Слушай, у меня ход есть все равно. Это нормально, я уложил. Наверное, потому что ты голодный, ходи. Смотри, ой, видишь, там он валяется. Да, я видел, как ты уложил. Слушай, а может быть это просто совпадение с тем, что ты ходил голый? Не-не. Ну, не знаю, попробуй раздеть. И в этот момент именно... Ах, мне некуда ничего складывать-то. Не хочешь забрать мои штаны? Где-то еще зомби ходит. Не хочешь мои штаны? А вдруг ты в них обосрался? Так, я вот это выкину, кстати. Мне нахер не нужно. Может взять? Это зомби. Так, все, я до светло-зеленого статуса напивался. Так. Так, вот твои штанишки. Так, свои я тогда могу уже одеть. А вдруг опять ход появится? Да ёпта! Так, ход. Так. И вот так. Да, аж мы, конечно, беспределом с тобой занимаемся тем, что тут ходим. Дышь, 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 дышь во всех, так знаешь. Угу. А чё у тебя куртка сменилась? Да я выкинул, я не знаю, почему у меня это наделось. Штаны-то ходим, взял мои? Угу. Так я ещё жрать хочу. Опять. Сколько можно жрать, господи мой. Сколько можно жрать? Так, светло-зелёное у меня стало. Ну-ка еще пожру. Ладно. Так, ну-ка мне надо... Я пока... К нам потихоньку зомбарь идет. Потихоньку, так медленно, знаешь. Чё ты сделал? Чё ты вколол в себя? Не знаю, я нажал, короче, выжать куртку. Он мне начал... А этот эпинефрин вколол. Чё за прикол? Серьезно, это что за бред? Я не хотел так делать. Почему выжимание куртки подразумевает под собой использование эпинефрина? Ну тебя за амбарь бежит. Блин. Вова! А. Бей его. Да блин. Ну-ка, Рокки Бальбоа. Тун-дун-дун-дун-дун-дун. Ну-ка сюда. Щенок! Ладно, ладно, я пошутил. Дядя Гопи. Гопи. Дупась ему уже.
В дупасть ему не можешь. Да господи, убей ты его уже. Да я ему уже всю печень отбил. Так ты ему в голос. Вот наконец. Че ты, слабак, да? Ну-ка сюда, вставай, ну. Че рот-то раскрыл? Куда он взлетает? Это мальчик. Он лежит. У меня взлетел и летает над землей. У меня до сих пор ход. Сейчас хочу еще напиться воды. Хотя у меня и так здесь светло-зеленый. Я как Копперфильд, я ударами поднял его на метр от земли. Слушай, а если у меня светло-зеленый, я все равно сейчас выпью воду. Нормально будет со мной? Тебя может вырвать. Дальше светло-зеленого я бы тебе не советовал шалить. О, один глоток сделаю и все. Ладно, давай пойдем, что-то мы тут уже разет. Разбушевались, да? Угу. Сейчас подожди, воды налью. Так, мои штаны у тебя? Да. Отлично. Давай. Куда идем? Я на стройку. Так, я вижу зомбаря. Прямо по курсу. Ух ты, Денис! Ты с ним там дерешься? И я хотел подраться, у меня патроны закончились. Ну, то есть, никак не полностью закончились. Я не зарядил ствол, только подхожу. Думаю, ща выстрелю. Нажимаю у меня. Чук-чук. Ай, блядь! Напугал меня он. Ну, иди сюда, тварь ты. Ну, что ж, предлагал. Ебать. Вот жесть. Вы на каком этаже это вообще? Кстати, из полиции. Аром. Вы тут на втором? Или на третьем? Нет, если кто-то рядом ходит, он давно уже обострался, мне кажется. Я тебя найти не могу. Сейчас спускаюсь вниз. Вот ты. Угу. Так, ну где какие-то хотя бы эти опознавательные знаки? Ты хочешь есть? Да нет. Вообще не хочешь есть? Нет. Ну, нифига тут зомбарей. Там так он сзади, я, наверное, за забором. Блин, привлек я. Пошли сюда. Бегаем. Да кто до хрена, я много кого привлек. Ну вот, молодец, Ромчик. Сейчас мы. Так. За мной, что ли, тоже бежит? Нет. Я пока буду ходить, смотреть, что где ты. И вот давай, знаешь такую песню? Ту-т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 у. Нет, Ром, не знаю. Ты, конечно, молодец, согрел как бы ее. Меня чуть не убили, я опять перевязываюсь и убежал. Куда ты убежал? Я бегу там, там наверху этот, этот метрополитен. Там знак же обычно, нет, знаешь, всегда там стоит. Тут вон школа есть. Так в школе не будет показано, показано в каком городе. Там есть хотя бы что-то полезное. Ну хорошо, ты найди там что-нибудь. Я туда сбегаю, наверх. Я уже все равно там. Нихера себе я там что нашел. Я нашел ствол такой же, как у себя. И без патронов. А я вот еду нашел. Так. А я не нашел. Так, тут еще зомби ходит. А, вот этот бинт выкину, этот оставлю. Пиздец, еще и обосрался. Ты прикинь, я когда спускаюсь по лестнице, то есть я спускался медленно, а звук был, как будто кто-то бежал, знаешь? Угу. Блин, я поднасрал, слушай, никого здесь нет. Сначала Ромчик шмаляет из двухстволки, а потом такой, блин, что-то я поднасрал. Здесь точно никого нет? Да, наверное, это баг какой-нибудь. И тут выстрел. Ду-ду, только я уже труп. Угу. Почему не показано? Здесь всегда же обычно, знаешь, на этом в метро там показано, что вот ты-то находишься там-то, там-то. А, черт, на меня сагрился медбрат.
Дай я тебя полечу. Не надо, дай. Так, съесть все. Да ёп. Пошел ты в очко. Так, надо к тебе прибежать. А, вижу. Нифига, его с удара убрал. Ты сейчас. Слушай, у него нормальная какая-то куртяха такая. У зомбаря? На 12. Чё это, я не понял. В теле есть возможность спрятать 12 предметов? Ну да, ты не знал? Нормально. Так, надо понимать, где мы находимся и понять, куда нам идти. Я вижу... зомбаря. Пожарку вижу. Да. Здравствуйте, Лэри. Не подскажете, как пройти библиотеку? Ты чё, не всосала? Так, а, ладно. Блин, так. Мне кажется, какой-то новый город, короче, которого вообще нет на карте. Да возможно. Полицейский участок. Так, сейчас, погоди, мне надо закинуть еще патрон. Еще один патрончик закину. В револьвер. Вот как ты не голодный, я постоянно голодный. Мне это не нравится. Не знаю, Ромочек, не ты знаю. Постоянно голодный. Ой, я нашел хороший топор. У тебя есть топор? Ну, такой. Как бы, если хочешь большой взять, там валяется мой старый. Борном. Угу. А я взял престижный. Он в гараже валяется. Так, я иду в полицейский участок. Тут зомбарь один бежит на меня. Ну, Ромочек. Ай, жесть. Только хотел сказать, что я сейчас я нашел ремонтный наборчик для шитья. У меня твой еще. Лично. Все штаны починить, кстати, твои? Ты как хочешь, починить. Можешь починить. Я бы не против, наверное, что-нибудь новенькое найти. Ишь ты какой. Так, его надо забрать с собой. Так. Так, захожу в полицейский участок. Ух ты, уже штаны нашел. Штаны? Вот я в таких лучше могу ходить. Мои можешь выкинуть, слышь? Угу. Ты их не починил? Да, починил. Ну, они на 4 слота. Хереть, тут глок валяется. Что там есть, что интересное? Да, есть, так-то, в принципе. Нашел, в принципе, уже глок. Ладно, пока убрать не буду, посмотрю, что еще. Глок нашел. Кстати, штаны. Сзади валяются штаны на 6 слотов в гараже. У меня штаны на 6 ничего. Слотов, на мне надеты. А, ну окей. Я на втором этаже. Я захожу. Херасе. Тут и еда есть, офигенно. Вау. А что? Офигенно, слушай. Так, какой интересный я могу. Нет, к сожалению, шлем. Шлем я чинить не могу. Как ты собираешься шить что-нибудь в нем? Так, слушай, я нашел еще один даже блок, офигеть. Вау. Я для своего этого столько уже нашел магазинов для своей пушки. Просто охереть. Ты взял глок внизу? Я его возьму, у меня все равно есть место, куда можно этот пистолет положить. Я ничего не брал. Слушай, а почему глок я не могу в кобуру запихать? Не знаю. Из-за того, что в нем фонарик и глушитель есть? Сниму. О, фонарик снял, он запихал. Прикинь. Нормально. Так. Блин, а там стеклышко было, на мой шлем его не одеть. Я бегу к пожарке. Угу. А тут еще один глок. Я виден. Нет, с глушителем остался. Ой. У одного ход пропал, у другого тут же появился, как пиявка какая-то, блин. От тебя отцепилась, ко мне отцепилась. Обойма для глока. Да? На последнем этаже валялась. Фига себе, я не верю.
Ну так ты не поднимался наверх, наверное, да? А, на самый верх, что ли, на крышу? Mm-hmm. Не, я не поднимался. Я думал, там, как всегда, ничего нет. Вот обманщики. Заставят запомнить, что там ничего нет. Кстати, я тут нашел в пожарке угадачу. Топор? И слушай, у меня достаточно патронов для глок. У тебя тоже глок, да? Ну я, да, возьму его. У меня просто на него патронов было достаточно. А ты не хочешь мне дать маленько? Нет. Чтобы у меня был просто заряжен. А зачем ты его взял, если у тебя даже патронов нет? Ну я взял, думаю, что патроны найду. А. Хитрый, у него там автомат с кучей обоим. Он все... Так вот и не могу мне еще патрончиков дать. Я этот пистолет нашел, правда, в нем патронов нет. А у тебя есть, дай мне. Ой, я тут нашел пушку, у меня есть пару патронов. Но я постреляю из нее все равно. Ты куда убежал-то? Я в пожарку сбегал, все, что там для тебя интересно будет. Это. Я тут для тебя оставил сигнал. Это вряд ли их увидишь. Так, ну пожарки только топор для тебя будет. А остальное тебе будет неинтересно. А топор у меня есть. Нет, топор пожарный. Mm. У тебя пожарный топор? Ой, как этот ход... Как от него избавиться? Мне бы еще пожарку найти. Так, нам надо поесть, я думаю. Это балаклаву я выпью. Нам надо поесть, так сказал. Голому я представил. Пару клипс есть 10 на 10 миллиметров патроны. Раунд 10. У меня, если что, пушка ПМ-73 РАК. РАК. Mm-hmm. Ты где вообще? Я это? Возле пожарки, что сказал. А, вот она. У меня такое чувство, что мы попали в город-призрак какой-то. А ну не с места! Блять, ты меня напугал. Что так пугать-то? Че это валяется? Ромчик-то таких-то шприцов раскидал. Так, где тут топорик-то? Блин, я не знаю, где мы на карте и куда нам идти-то. А вот тоже топор. Не знаю. Топор возьми, там больше, я тебе уверяю, ничего нет. Интересно. О, интересно, ну-ка. Блин. Блин, ты прикинь, я говорил, что я жрать все время хочу, у меня еды нет, я только сейчас заметил, что у меня рис еще лежит. Прикинь? Mm. А я думал, это перчатка какая-то. Я еще думал, что я таскаю с собой. Перчатка. Так. На школу попить. Ход пройдет. Смотри на меня. Ты где? Выхожу на дорогу. Ну да, кстати, неплохо. Я как из сталкера этот, зачищик. Или как их там? Чистильщики. Ну да. Так, пошли искать. Зачищик это немного другое. Не-не, зачищик я сказал, и потом подумал, что это нахрен за слово. Зачинщик. Банка еды. Не, зачинщик есть такое слово? Не-не, я про зачистку имел. Так, там он, походу, гаражи сзади, нет? Там есть заправка, я бегу к заправке. Ну, я пока в дом зайду. Так, о, вот это клёвый рюкзак. Чё за рюкзак? Я его возьму. О, этот. Офигенно, кстати, да. Повезло тебе. В нём можно всё положить и купаться, да? Ну, он такой, да, типа дождичком не намочится. Бандану оставлено. Да. Ну, у меня на 35 мой, но я так подумал. Черт с ним. У меня мой на 30. Так, сколько мне патронов тут еще? А у тебя какой? А, ты там военный находил, да, такой? Да не, это не военный, такой прям походный. Так. Не знаю, но такой был у этого. У Джоэла из The Last of Us. Так, а у меня что, рюкзак коцанный, что ли? Да, в демедже, надо починить. Как от этого хода избавиться, а? Ну ё-моё, чё мне делать? Там я наверху посмотрел, можешь не заходить. А вдруг ты что-то не увидел? Блин, вот интересно, чем я могу починить свой шлем? Скотчем, наверное, потому что ни одним наборчиком у меня не получается.
Так, вот здесь ларьки осмотрел? Да, да, сухое молоко взял. И что, и дверь закрыл после себя? Почему не? Я вот здесь вот взял, оно прям на прилавке лежало. А то я думал такой, пришел, еще и дверь закрыл. Так, тут за поворотом ничего. Ого. О, кстати, коричневая балаклава, нормально. В новеньком состоянии. И ты ее сейчас наденешь, да? Не-не, у меня есть черная балаклава. Так что ты можешь брать. Не, просто зачем балаклаву надевать, чтобы жарко опять было? Мне так нравится. И сам напялил маску. Кстати, эту маску, она очень палится издалека. Это так просто. Да дружеский я тоже так думаю. Совет. Ну, на всякий случай с собой возьму. А вдруг мы, ну, как бы, знаешь, будем выглядеть прям реально так. Наберем каких-нибудь стволов, нафига патронов. Увидим кого-нибудь, я надену маску и буду идти и кричать. Еще банк хаб. Банка еды? У меня куча еды уже. Ты банку еды взял, да? Да-да. Ты взял ее? Да. Ну все, отлично. Так, вон еще зомбарь. Да-да-да! Не, просто сначала так удивленным голосом спросил. Так, а что здесь лежит? Это ручка. О, я вижу, кстати, вывеску. На выходе из бегу города. Бегу к ней! Господи, зомбарь бежит. Тут сейчас еще одна черная балаклава. Япона, мать. Да зомбарь за мной бежал. Мне кажется, его мозги вынесло просто. Ну и где мы? Это прям момент истины. Где мы? Спустя столько времени я нашел дорогу. Где я? Где? И такой, что это? Североград. И это был Североград? Это мы такой круг сделали и вернулись практически туда, откуда выходили? Мы выходили из Северограда? Ну, практически да. Так, что, пойдем по этой дороге дальше? Так, погоди, я же тебе, помнишь, говорил, где-то от Северограда, если пойти. Надо где-то спрятаться, я посмотрю карту. У меня, если она откроется, то будет здорово. Что ты хотел посмотреть? Где эта военка? Куда мы вообще изначально собирались? Ну, не знаю, ты посмотри впереди. Ты прям впереди посмотри, что у нас по дороге находится. Что там? Ты посмотри. Блокпост какой-то. Так, может быть, оттуда и военка где-то рядом? Не-не-не-не. Давай она там... Слушай, а в Северограде бывают люди вообще? Ну, я думаю, да, это не маленький город. Ты сюда можешь кто-то прийти, тихо, да? Тихо-тихо. Это ты побежал? По траве? Ну, вот к избушке. Ну, да. Просто мне показалось, кто-то побежал туда, вперед, к этому, к блокпосту. В смысле, кто-то еще и в блокпост побежал? Я сначала почему-то подумал, что ты туда побежал. А потом услышал шаги здесь рядом, увидел, что это ты. Называется, заглянул в карту и поднасрал. В том-то и дело, что я еще даже не посмотрел. Так, загляну-ка я в карту. И такой сразу, везде люди. Что происходит? Слушай, здесь какая-то дорога. Еще рядом с избушкой. Не знаю, если она загрузится или нет. Она почему-то вот открывается, как этот... Такая черная полосочка, и не хочет включаться. Нет, церковь вижу. Да уж. Не, серьезно, в Серограде могут быть люди? Сколько тут? 50 человек, ну, так же. Да? Да уж. Так, пробуем через Google. Я вижу еще вон дорогу наверх, если что. В лес. Я сбегаю... Так, карта. Бля, Вова. Вова, я коров вижу. Да? Да, я коров вижу. Нормально, можно, кстати, их мочкануть и... Охереть, их там сколько. А чё их так... Так, Ром, я нашел карту. Это коровы? Блин, Вова, это коровы. Откуда здесь коровы, Вова? Они вообще были в игре? Ну да. Так, вот Североград. Чё, мне мочкануть их или нет? Анечки, ну иди сюда, падла. Иди сюда, бля! Я понял, где мы были, короче. Мы чутка не дошли до той военки. Так, а чё, мне теперь топор брать в руки?
Во, у тебя же есть место? У меня места нет, чтобы куда-нибудь кишки выводить потом. А ты где вообще? Я... Блин, как тебе объяснить? Я в гору побежал. Ну, лес везде. Ну да, блин. Я... Подожди. Лес. Справа от меня поля. Вот смотри, ты не видишь меня? Нет. Я вот на... иди на дорогу навстречу к блокпосту. Я просто шел к нему и потом нашел корову. Я просто сверху по лесу бегу. А, там военка, что ли? Не-не, военку мы, походу, прошляпили. Ну, там дальше можно идти вперед по дороге. И ты там не идешь с оружием связано. Иду, иду по лесу. Вижу, вижу, направо, 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 направо. Вот так вот, давай, иди. Да иди ты прямо, вот, все. Да вижу, все. Так, где корова? Ты что, попробуй побеги. В смысле? Ага. Ты к тому, что в гору не можешь побежать. Да. Я думал, ты мне это говоришь. Попробуй побеги. Я разрежу обойму тебе в спину. О, господи. Как я тут добыть от ничего? А нужен нож. А, я топором мочу. Не-не, топором ты ничего не сделаешь. А что она в лесу забыла? Срала, небось, да? Тут она не одна была, тут их было дофига. У меня ножа нет. И что, просто так, что ли, убил? Да. У тебя есть нож? Ты живодер. Нету. У меня есть мачете, но я думаю, я им ничего не сделаю. Не-не, попробуй мачете. Ну, давай. Окей. Не. Мачете слишком жирное. Я могу только и взад дать. Жалко. Ну, я думаю, на этом можно тогда закончить, а уже в следующей серии пойдем куда-нибудь. Давай присядем рядом с коровой. Да. Можем, кстати, добыть это, камень. И, соответственно, сделать нож. Оплакивать будем корову, короче. Да. Смотри, как охотник выгляжу. С двухстволкой, с такой рубашкой. Угу. Твою мать, это кто? Это корова пробежала. Ну, охереть. Обосрался уже. Ну что ж, друзья, с вами был канал Black Horror и Локи. Всем пока. Пока, ребят.